Первые симптомы плоскостопия. Как понять, что вам пора к ортопеду? Особенно тяжело приходится при плоскостопии людям со стоячей работой. Ощущается тяжесть, ноги будто залиты свинцом, хочется присесть. И в целом ноги быстро устают, а о каблуках и речи быть не может, ведь ваши ноги в них просто ноют от боли. А при покупке новой обуви вы заметили, что ноги стали шире, и ваш размер уже не налезает. И простой способ проверки. Попробуйте поприседать. При плоскостопии будет сложно удержать равновесие. Если вы подозреваете у себя плоскостопие, вот вам два совета. Первое – идите к врачу. Второе – выбирайте правильную обувь. Откажитесь от высоких каблуков и шпилек в пользу устойчивого каблука. Абсолютно плоская подошва тоже не пойдет, вам нужен правильный подъем до 5 см. Выбирайте обувь из натуральных материалов, такие как кожа и замша. И помните, при плоскостопии вы не можете позволить себе носить некачественную обувь. Здоровье обойдется дороже.